Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем проходить игру с Signifier, по идее, правильно так читается, наверное, в прошлый раз неправильно прочитал. Мы с вами прошли первую главу, у нас с вами глава 2. По первой главе могу сказать, что достаточно интересно. Такая нестандартная игра, нестандартные механики, они такие прикольные. Детектив такой прям интересный, пока завязочка у нас с вами не совсем понятна. Но вот мы с вами проснулись, получается, дома. Я так понимаю, у нас с вами есть дочь, супруга умерла, как я смотрел. Laura's backpack. She's had it since high school. At this hour? Так, кто там у нас? Посмотрим глазочек. Опаньки. Там, пока мы смотрели этот конверт, нам подсунули вниз. Что у нас тут с вами? Так, ой, что ты меня втянул, Том? Блин, а как? Ага, как теперь это письмо посмотреть? У нас есть инвентарь какой-то или что? Блин, дневник. Ну да, я нечаянно, блин. Ну ладно. Такой у нас с вами. Тут у нас статья какая-то, да? Показать субтитры, да? Да, празднование дня рождения доктора Жака Лакана. Ну ладно, мы с вами это письмо еще посмотрим. Это мы смотрели с вами. Во-во, насвинячило. Записка от Лоры. Давайте посмотрим. Привет, ох. Ну вот опять я к тебе в дом вламываюсь. А, ты уж с победителем. И сейчас на пару дней. Или позже все объясню, Лора. Right. Так. А зайти мы не можем, да? Открыть как-то дверь. Лора. I wonder what she's up to. Она спит, зайти мы не можем к ней. Still sleeping. Окей, ну спи. Холодильничек. Не можем зайти. Что-то по работе, все это мы с вами посмотрели. Ну, давайте отправимся тогда, получается, в офис. В офисе надо расшифровать снимки, потому что что-то нам еще интересно расскажут, и пить просто что-то как-то нечаянно нажал пролистнуть. И неудобно, что F1 надо каждый раз нажимать, чтобы посмотреть перевод на русский язык, да, это очень немножечко неудобно. Так, что у нас с вами, так, а правда священник, у нас только задание, ну, давайте. Hi, Evie. Так. Before asking about the overnight scan, I need to get a letter scanned. Anything you can find on it is useful. Understood. Please leave it in the так, scanning давайте. Hardware, and I'll do my best. Okay, here it is. Please see if you can match that picture with anything. It's urgent. Understood. And if there are any fingerprints or any other clues you can extract. I'll start with the picture. I have hardware limitations for most other tasks. Yeah, I know. I'll build a decent scanner soon. Meanwhile, I'm sure my little project can be of some use. I will try. That's all I ask. Nothing else так. To put in there for now. Давайте посмотрим. So, anything interesting on the search last night? I found two parts of her lifeline that may help you, but only one is fully reconstructed. This one is a childhood memory that seems to be connected not only to the password, but also to her adult life. The other one is a recurring dream that started about 1 month ago, virtually every night. I'll need to brute force my way to a reconstruction for this dream. I'll notify you when I have something that can be uploaded. Interesting. Upload the childhood memory in the meantime. And keep working on that dream. Evie, please activate the control panel Carl was working on. It might be easier now that we have more than one memory available. Understood. And letter scan is in process. Nothing found yet. Thanks. Keep me posted. Так. Опа, прикольно, смотрите. Последнее сминание на линии. Ух ты. События. Ничего себе, у нас тут с вами. Ну-ка.
То есть у нас вот с вами есть... А, не, разблокировано впечатление. Что-то мы здесь с вами не разблокировали. Здесь вроде все. А, и здесь что-то не разблокировали. Получается. Слушайте, а прикольно сделано. Давайте сходим сюда. У нас есть с вами вот... У нас нету субъектива... А, второго события нет, пока есть первое событие. Но в субъективном режиме есть у нас с вами то и то. Давайте пока, значит, сюда тогда идем. В объективный режим, посмотрим, что здесь. Слушайте, интересно, блин. Control panel 1.2 is activated. Так. Ну, мы пока с вами... Maybe her parents? Мы пока посмотрим, что у нас здесь интересного. Иви, what song is this? Searching. I can't find a match in online databases. Интересно. Так, сейчас давайте пройдем здесь, посмотрим, что... I wonder who the artist was. Кладовочка. Что мы с вами услышали? Так. Homemade cookies. Что за звуки? Так. Не совпала картинка. Как должна картинка что-то попасть? Блин, а как? Понимаешь, так, по-моему, картинка должна совпасть. Maybe it works from the other side. Ну, я понимаю. A time warp. The control is near the door. Ну. A time warp. The control is near the door. A time warp. Да блин. The control is near the door. A time warp. Ну блин, ну искривление. А что надо найти-то мне? A time warp. The control is near the door. Ну и? Она должна какой-то найти момент, чтобы он красиво встал, получается, что ли? Как? A time warp. Ладно, пока непонятно. Может, надо в другом времени это сделать? Не в другом времени, а в субъективном этом. I can't enter. It's like a black wall. Опа. What are you looking at, Joanna? Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Так, еще есть. Glass, mirrors. So many old superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. Another failed glass attempt. Так. A toy dinosaur. Рушный динозавр. In the middle of the bed. A toy dinosaur. Так, ну пока... Children. Дети на улице. Someone unreadable in the magic mirror show. Давайте попробуем перейти в субъективный, да, мир и попробуем там поискать. Так. It doesn't like when I look at it. Что у нас тут?
Так. Her own version of things. Such beautiful innocence. Her own version of things. Such Кто beautiful здесь innocence. Может быть? Что интересно. Что за бесконечный этот? Could be a defense mechanism. Most likely. In current patch, they are unfiltered by default. Are they using my behavior? Yes. Good. This will give them a much broader expression range. Thanks for the warning, though. А мы забрать это никак не можем, что ли? Ай. Я вот что-то не совсем пойму, что здесь надо. A time warp. The control is near the door. Ну, и что она дает нам? A time warp. The control is near the door. A spoon with books. A spoon with books. Блин, пока непонятно, честно скажу. Что вот это за хрень? Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Someone unreadable in the magic mirror show. Пёсель появился. Опа. Happy memories are always saved in a special way. Happy memories are always saved in a special way. Пёсель здесь. Что ж надо сделать тут с этим, я чуть не совсем понимаю. Что-то какая-то у него такая интересная штука. Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Подождите. Просто она вот она это есть от сущности, по-моему, нет? A time warp. The control is near the door. Ну, если я буду не смотреть. It seems to react to my behavior. А за спиной пойду. Happens only when I walk backwards. I should keep going like this. Так, ну с этим более-менее понятно. А он? Крочек. Давайте пока пойдем. Там меняется все у нас с вами. Тортик. Так. А, мы по кругу прошли как-то. Что тут у нас? Someone's desperate to enter. Someone's desperate to enter. Что-то прям интересно, если честно. Вообще нестандартная игра какая-то.
как будто все по-другому что стало. Что-то хрен поймешь. Что это такое? Давайте. Объективные данные в этом событии не найдены. Здесь, помните, этот был чел. It seems slightly different than the last time I saw it. Что-то надо найти здесь теперь. А вот чего найти? Черт голову сломит. Давайте искать. Кто-то долбится, и чё, что... Someone's desperate to enter. Бесконечные коридоры. Но я здесь, получается, ничего и не нашел-то. Самое интересное. Что-то как-то... Ну все, больше нет ничего. Тоже нету? Нету. Картинка типа поменялась. Здесь что-то не так. То, что все по-другому, оно ничего не дает нам никакого этого. А, ух ты. Куда-то прошли. Ч, это где мы вообще? Жесть. The path splits in two. Пойдемте сюда. Так, мы пришли откуда-то отсюда. Так, что у нас здесь? Воспоминание доступно. А, подождите, его как-то... Inside the frame. Какая-то маска. Что происходит? Как выйти отсюда? Подождите. А, мы в комнате, получается, в квартире в этой, да? Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it.
Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Только сейчас было метко говорить. Штука непонятно что дающая. Пёсель. Ой. Мы только в объективном, что ли, можем быть? Я пока не понимаю. Что надо пока сделать? Вообще непонятно. Вот, объективный статус. Someone unreadable in the Magic Mirror Show. Блин, ну как в это играть, объясните мне. A time warp. The control is near the door. Здесь уже можно так... А, нет, он палит. Давайте еще раз зайдем. Я что-то пока вообще не понимаю, что происходит. Как-то нужна какая-то... Processing. Perhaps there is more information at the other end of the tunnel. Ну, это такие легенькие подсказоньки, которые ничего не дают, я понял. Просто как... Что там надо было сделать, я не понял. Я вот вышел из этого... Кто-то долбится, да. Еще здесь еще и запутался, на самом деле, там вот, вот сюда мы шли. Давайте пойдем налево сходим теперь. Интересно, что в левой стороне. That behavior was extremely aggressive. Yes. I wonder what it's hiding. Опа. Лично этому какому-то ухе, что ли? Unreadable. Maybe in the objective state. Да подождите, это объективный. Я вот в этот объективный хожу, и я потом... Maybe it works from the other side. Сейчас. Interesting shapes. You again. Are you watching TV? Что творится в башке у этого ребенка или... Давайте мы здесь. Иви, is there a reason the dog can enter there while I can't? It wasn't resolved as a neutral space. The coordinates are only for the dog, which is a Class D entity. Class D? Could it be made into an avatar? Querying stability. Done. Mapping behavior. Done. Processing. Avatar transform awaiting input. Usability unpredictable. Чего? Мы в собаке, что ли? Я в собаке.
О, а сейчас рука должна не убегать на самом деле. А, ну она не убегала, вот эта рука. Ох ты ж. Что происходит? Объясните мне вообще, блин. Я пока вообще ничего не понимаю. Не, ну это прикольно, конечно. Опа, собака на ребенка похожа. Dog projects a child's shadow. Maybe it's not a dog after all. The dog was also in her death memory, in the form of a picture. Exactly. And what was her sister or brother? I was told by that detective that she was an only child. We need to find out more about this room and this child. The dog projects a child's shadow. Maybe it's not a dog after all. We need to find out more about this room and this child. А, это отец как раз, искривление времени, вот мы нашли с вами. Сейчас мы вернем и поймем, скорее всего. Если я не ошибаюсь. Давайте на всякий случай еще раз. Первичные данные у нас сами. Давайте еще раз здесь чекнем в комнате. Ничего больше нет. Да, опять ты ложка. Давайте тогда... А, в этом данном нет. Вот здесь они должны быть. А, нет. Да что такое? Доступны, уж как раз таки когда заходили. Нет. Тоже нет. Событие 4 какое-то, мы еще не зашли в него. Здесь что-то мы, ну, мне кажется, это вот как раз это. Ну-ка, если я сюда его... Надо вот в ту сторону, на самом деле. The dog projects a child's shadow. Maybe it's not a dog after all. Так, ложку. We need to find out more about this room and this child. This seems like the shadow of the people that were at the start of the memory. Да, блин, а как же мне? Что, обратно, что ли, возвращаться? The
splits in two. Что-то здесь вообще, конечно. Unreadable. Maybe in the objective state. Unreadable. Maybe in the objective state. Evie, isn't this body a little blown out of proportion? For it being in the objective state, I mean. There are no errors in the simulation. Is it inside the scale error margin? 0.11% off, but valid thanks to accurate matches on its surroundings. Okay. Still seems a bit too big. We'll have to review those algorithms soon. Understood. Какие-то события, что все это значит? One of them should be the mother. The static noise of old TVs were quite hypnotic. То есть получается, мы сейчас открыли это, открыли. Мы можем путешествовать, получается, по этим сразу. Not such a relaxing sound anymore. Interesting shapes. I would have imagined the subjective static noise to be different at this age. Unreadable. Maybe in the objective state. I can't enter. It's like a black wall. Пёселя привезли. Joanna. Leaving? Joanna, is it you? Where are you going? Хорошо, эту комнату открыть, блин. А здесь никакого, в общем-то, этого нет, интересно. Мне надо к записи кто вернуться, вот где запись была. Вот это вот. Вот разлом этот. Seems close. Maybe in the objective state. Так я убью сейчас. Seems close. Maybe in the objective state. А, objective state, все. Evie, fill in this time warp with this data from start to end. Huh. Ordering food, it seems. 922 Klimt Street. Jinner Bar. Interesting. I could check out the real place now. Подождите, открыть новую локацию в реальности, дом детства Джоанны. Но я еще в эту комнату не зашел. I can't enter. It's like a black wall. И пароль я не нашел.
Давайте сюда пойдем. Надо разбираться. A bedtime story, maybe. Средь бела дня, сказка на ночь. I could swear it's slightly different from the last time I saw it. Как же... A male body. Maybe her father? Окей. Mother, father, наверняка мать. Should be the mother. Что-то появилось и исчезло. One of them should be the mother. А как мне же больше про этого узнать-то, блин, а? Еще какое-то одно... Are those... Baby sandals behind the glitch? Ну вот, получается, мы нашли сандалики. Давайте здесь поищем. Тоже какое-то должно быть еще одно воспоминание. Слушайте, запутано очень, конечно. Нам можно было, конечно, полегче было поставить этот уровень, но пока вообще запутано. Unreadable. Maybe in the objective state. I can't enter. It's like a black wall. Interesting shapes. Ну, мама вот это получается, скорее всего, которая сидит. Not such a relaxing sound anymore. It's the same music, but distorted. Ну, нифига. Ну, вот это четвертый субъективный... Получается, мир. Joanna, куда вот она валит? Where are you going? Куда ты идешь, Джоанна? Такой вот здесь что-то вот... Видите, здесь комната вот и та светится. Как я... В какую комнату я попал-то? Я же в какой-то комнате попал. Вот она уходит. Are you Joanna as well? Are you leaving the house? Это происходит потому, что там собаки наподарили. Видимо, сестре. Видимо, это сестра, вот она. Но я почему-то не могу. Здесь ничего посмотреть. И ничего нажать. Пёсик. Ну да. И видно, что это отсюда. Блин, никак не могу понять. Здесь мы не могли в два этих перейти. Здесь мы могли перейти. Здесь и здесь. Здесь только в один. Здесь тоже только... А, здесь в два. Вот в этом я прошел как раз. В этом все проще было. Вот у меня осталось... This feature is designed to recall unresolved raw data that was lost by the user. But raw data needs to be discovered first. Processing. At this time, I don't have any useful feedback. Понятно. Что-то у нас здесь с вами осталось. Что?
зайти в эту комнату не могу. Стена. Что-то у меня осталось здесь. Что осталось? Вообще непонятно одно. Пёсели его дарят. Ну что, что это означает? Пока понять не могу. Тут Джоанна уходит. И вот, получается, видите, три. Джоанна, вот, видно. Where are you going? А, подождите, а вот отсюда еще что-то уходит. А что отсюда? Ложка с дивана, что ли? Помните, там ложка была? Просто видно, вот они, три лучика, они, видите? Здесь скапливаются. Свет, похоже, когда дом уходит под дверь. Вот, точно. И? Согласен. Но я не узнал вообще ничего про ребенка и про пароль. Может быть, дальше, конечно, будет. Потому что мне предложили в лабораторию уйти. Видите, смотрите, дом детства Джона пользуется, найдите там информацию о втором ребенке. Получается, и найдите ты первые цифры, скорее всего, если посмотреть наши с вами события, мы с вами все события открыли. Получается, нам, по идее, надо вернуться в лабораторию. Тут мы с вами недооткрыли, видите, тоже вот. Надо бы дооткрыть. Можем провалиться сюда? Давайте провалимся. Надо посмотреть, что не открыли. Там и в том получается мире. Сейчас субъективно сначала пороемся, потом в объективном. Someone's knocking at the door. Да оно, нет. Не оно. Кто-то ломится в дверь. A picture of a dog. Following her? Подождите, а это что? А, это был переход из мира в этот мир, правильно? Надо понять, что-то мы с вами еще одно упустили. Это мы ползли с вами по лестнице. Часиком ничего интересного нет. Короче, видите как, мы с вами... The spider web. No way out. The water is running. Вода течет. Но что-то все равно у нас с вами еще одно какое-то это не находится. No mirror. Зеркала нет. Glass always gives Evie trouble. Получается, мы с вами что-то... А, все, нет зеркала. И тебе осталось вот здесь посмотреть, в этом событии, объективном мире, получается. И потом все, потом тогда пойдем в лабораторию. Видимо, в лаборатории мы с вами сможем перейти... Mirror shards are making a trail to the bedroom. Вот, видите? Джоанна, что с тобой случилось? Во, вот теперь по идее должно быть все, да. А, не, не все. Она побрадовался. Руку. Still just a hand. Давайте посмотрим, что внизу. Мне кажется, мы просто внизу не полазили. Night. Ночь. This should be the correct time of death. Это должно быть настоящее время смерти. So the laptop was. Я пишу карту, возможно, меня в больше всех. Но я кто-нибудь. A few words, not enough to make sense though. Кто-нибудь будущее.
Типа тебе все? Да, все. Мы с вас слушали этот. 30. Ну и все. Давайте тогда отправляться в лабораторию. О, слушайте, блин, вот тут вообще, конечно, заковыристо играем, хочу сказать. Так просто тут вообще не разберешься. Че, куда тут, блин? Сложно, непросто. Но интересно, по крайней мере, мне пока нравится. Так. Nothing else to put in there for now. Так не ставить-то не надо ничего там. Вот у нас, ну, это, давайте поговорим с Иви. А. Upload is ready. Какие-то обучающие видосики получается, что ли? Да. Ой. Да, это пока не буду смотреть. Не, у нас по заданию с вами смотреть дом. Нам надо просто отправить. Опа. Кто там? Лора? Лора. Sorry for crashing by without telling you. My cell phone was dead. Is everything all right? Well, me and Chris had a fight, and I left him. Oh. Sorry to hear that. Yeah. You were right, of course. I need to think things through first. Did you see my note? Yes, I saw it. Okay. I'm sorry, Dad. You were right. I hope you don't mind me staying a few days. No worries. Stay as long as you need to. I'll pick up some food on my way home. Thanks, Dad. Oh, I'll be going out with a friend tonight. I promise I won't wake you up. It's just that we haven't seen each other for a while, and I need someone to talk to. But we'll see each other tomorrow morning, probably. Yeah, sure. Great. Thanks, Dad. And I promise I won't be a nuisance. Don't worry about it. Talk to you soon, all right? Right. Bye, Dad. Bye, Laura. То есть мы с вами еще, видите, у нас здесь и семейные проблемы есть. Так, дом, вот, да, детство Джоанны. Давайте пойдем. Видите, у нас есть, да, перед выбором, который будет иметь как личную, так и политическую подоплеку. Следный мир может покатить контекст выбора. Блин, тут, видите, как-то сложновато пока понять логику работы, как что. Я пока, честно, до конца не понял. Папа, мама есть, да, что пока вот... Видимо, да, вот был еще один ребенок, который, возможно, погиб. Хотя изначально сказали, что она была одна в семье. Так. Мы с вами, получается, приехали... Кто ты там еще? Russell, we need the password. Да я понял. Right now? Yes, right now. Большую отсрочку. Try. Ай, ай, нет, нет, нет. Three. Three. Okay, good. Все, хорошо, я маленький ходок. Вот, получается, это квартира, да? No defense mechanisms to worry about. Так, что тут у нас там есть еще? Надо искать, искать, искать какие-то улики. Скорее всего, надо идти в комнату. Those chimes are still hanging somewhere. Да, колокольчики, которые мы с вами слышали. Those chimes are still hanging somewhere. Видимо, бомжи уже жили. Это типа выход, да. Тут на самом деле ничего интересного нет. Это комната Джоанны. И вот как раз таки. Что тут у нас может? The mirror still remains. Wasn't Joanna looking at it?
Да. So, she had a little sister, Martha. Could she still be alive? Знаете, жива ли Марта? Да, была Марта и Джоанна. Марта маленькая, младшая сестра, получается, была. Martha, it seems you were quite important in your sister's mind. What happened to you? Все, у нас с вами серенькая, музычка сменилась. Ну все. Used to be an innocent drawing. Так, а что у нас там есть? Звонить мы не можем. Давайте искать Марту. Так, наверное, в лабораторию получается. О, глава 3, два катализатора. Что, дорогие друзья? Давайте сейчас посмотрим загрузку, что пройдет как. И тогда в следующей серии будем с вами уже проходить главу 3. Нам, скорее, сейчас позвонит наш товарищ, который скажет, что мы неправильно ему пароль дали. Но ничего страшного. Но поэтому, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вторая серия вам тоже зашла, то, в принципе, вы можете купить игру сами. Она стоит сейчас без скидки 435 рублей. За скидкой можно взять там рублей за 300, даже 200 чем-то, по-моему, я ее покупал. Поэтому, если вдруг что, то, пожалуйста, проходите сами. Можете смотреть мое прохождение, в том числе, если будет нужна помощь, да, в прохождении самой игры. Поэтому, ребят, всем спасибо и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.